Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Веселая встреча. Ян Майсис. Дерево масло 91/128 без дат. Фламандский художник Ян Майсис получил образование в мастерской своего отца Квентина Майсиса. Поступил в Антверпенскую гильдию Святого Луки, но был изгнан из города из-за своих религиозных взглядов. 15 лет живописи скитался по Европе. Предположительно, большую часть времени он провел в Италии и Франции. А в Антверпен вернулся уже в возрасте 49 лет. Национальный музей Швеции располагает 5 картинами мастера. Особенное внимание зрителей привлекает произведение «Веселая встреча». Изображено общество, расположившееся вокруг покрытой дорогой скатертью стола. Две молодые дамы музицируют. Им подыгрывает мужчина зрелого возраста, исполняя партию на флейте. Рядом с ними сидит пара. Дева благосклонно принимает ухаживание кавалера. На заднем плане стоят две уже немолодые женщины. Одна из них указывает на флиртующих, а другая в порыве веселья поднимает вверх руку и тем самым переводит взгляд зрителя в сторону музыкантов, которые, в свою очередь, внимательно смотрят на зрителей, словно пытаясь им понравиться. В стилистическом отношении смеющаяся женщина смотрится достаточно инородно. Это заставляет предполагать, что она была написана другим художником. Полотна Майсиса отличаются изысканной декоративностью, гармоничным колоритом и тонкой проработкой деталей. Ну вот так вкратце о работе Яна Майсиса «Веселая встреча», «Дерево масла». Данные я брал из интернета и текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.